Начнем. Видос, посвященный тем, кто никогда не пил чай, но вот вдруг их клюнуло в одно интересное место, и они решили начать пить чай, но не знаю, с чего начать. И вот то, с чего я планирую как бы начать, это как раз реклама, то, с чего надо этим людям начать. У нас тут есть фильтрованная вода. Вообще, в принципе, у меня есть еще фильтрованная вода. Для тех, кто любит АСМР, я думаю, были бы интересные звуки. Даже, наверное, возьмем то, где ее больше, этой фильтрованной воды. У нас тут целый кувшин с фильтрованной водой. Как бы, скажем так, у меня тут даже есть шпаргалка. Я бы могла сказать, если вы любите чай, то как бы вам не сюда. А если вы еще не любите чай, но хотели бы его полюбить, и при этом, допустим, вы пьете компотик из сухофруктов или любите пить компотик из сухофруктов, то тогда вам бы подошел чай Бабао. У меня есть, кажется, отдельный видос, посвященный чаю Бабао. Если не из коллекции, то обзор Бабао точно. То, в принципе, я оставлю ссылку в видео на этот чай. И вы вполне можете ознакомиться, как его пить, с чем его есть и тому подобное. А я пока буду тут приготавливаться. Короче, еще, если, допустим, вы любите что-то кисленькое и хотите как бы начать пить чай, попробовать пить чай, то можете попить каркаде. Вот чисто лично мне каркаде не нравится. Когда-то давно он мне нравился, когда-то давно я его любила. Вообще к этому чайнику прилагается ситечко, но так как у нас будет герой нашего романа сегодняшнего раскрываться, ему нужен как бы объем приличненький, то ситечко стеклянное не подходит, и ситечко я, соответственно, не взяла. Мы заливаем это счастье фильтрованной водой. Можете взять родниковую воду, можете взять фильтрованную. Можете взять в магазине какую-нибудь бутылочку для какой-нибудь там питьевой воды негазированной. Она тоже подойдет вполне себе. Фоном у меня, конечно, орут дети, но, к сожалению или к счастью, не знаю уж как, кому, я не могу так уж конкретно закрыть окно, чтобы их ор не был слышен. Сейчас я гляну свою шпаргалку. Может, я что-то еще забыла. Вообще, я так все это так красиво планировала, но у меня как-то, как обычно, через одно место в разнобой. В общем, про Бабао я сказала. Я даже потом, наверное, все-таки вам покажу. Это Бабао. Я хотела его изначально показать, но что-то вот забыла. Блять, забудь. И про каркаде я вам тоже сказала. Вообще, в принципе, можно пить цветочные чаи изначально, а потом уже пробовать все другое. Но так как у нас как бы сдвинула слегка фотик, не все, допустим, любят цветочные или травяные чаи, потому что это тоже на любителя. А вы как бы изначально ничего такое не пили, никакой чай. Тут у нас тут свечечка в гильзочке. Такую свечку можно использовать для аромалампы. Ну или же свечку потухает она у нас. Неудачно как-то мы зажгли ее. Может, придется мне брать сейчас еще одну свечку. Не хочет эта свечка зажигаться совершенно. Не хочет она подогревать наш чайничек. Гори-гори, моя свеча. Горишь? Ну, надеемся, что она не потухнет. И вот сейчас мы эту фигнюшку. Конечно, я советую вам
запастись подобной штукой. Можете даже взять не именно стеклянную, а можно взять какую-нибудь керамическую. И стеклянным чайником. Вот стеклянным чайником я вообще советую вам конкретно так запастись. Не, может быть, стеклянный чайник на каком-нибудь постаменте таком, не стеклянном, не прозрачном, а вот чайник-то должен быть прозрачным. Потому что сам кайф этого чая, еще помимо вкуса, они как бы разные бывают, и в эстетическом наблюдении, как он постепенно нагревается и распускается. Ну и что хочу сказать, почему я выбираю именно этот чай для знакомства людей с чаем, которые до этого, допустим, не пили никогда чай, не воспринимали его и так далее. Я считаю, что тут как бы есть чай, и какой-то чаще всего встречается цветочек. В нашем случае тут хризантемка, три хризантемки. Как бы хризантемка полезна для пищеварения, особенно в сочетании с зеленым чаем. Ну и, в принципе, как бы можно любой другой цветок, это, я считаю, что это более мягкий вариант чая, потому что он более нежный, лично для меня более такой, сочетая себе и цветочек, и сам чай, и, в принципе, мне кажется, он пойдет всем. Кто не любит чай, кто любит чай, кто только начинает любить чай, или хочет начать любить чай, потому что, допустим, можно посоветовать лепестки розы, но это тоже на любителя заваривать, да, или ромашковый чай, он успокаивает, но кто-то любит ромашку, кто-то не любит ромашку. И травяной чай как бы действительно тоже на любителя, и начинать бы я не стала сама даже лично вот чисто с какого-нибудь травяного чая. Допустим, человек, который хотел подобный видос, сказал, что купил мяту в аптеке, и она как сено. Человек знает вкус сена, верим ему на слово. То бишь, как бы можно отбить все желание любить, хотеть любить чай, если, допустим, заварить травяной чай, да? Травяной какой-нибудь напиток, как это считается. Можно, конечно, пробовать там жасминовый чай, вообще кучу всяких чаев, черный жасминовый, зеленый жасминовый, но это, опять же, тоже не совсем то, и я предлагаю все-таки выбрать какой-нибудь связанный чай. И пусть это будет, допустим, какой-нибудь такой более-менее нейтральный, допустим, зеленый чай и хризантема. Зеленый чай и красный клевер. Ну, не берите зеленый чай и жасмин, потому что все же это как-то более тяжелый вариант, мне кажется, вот лично мне. Ну и, скажем, что тут у меня еще в шпаргалке было. То бишь, если вы, допустим, любите компот из сухофруктов, то оптимальный вариант перехода с компота на сухофруктов на чай лучше брать бабао. Почему бабао? Там, в принципе, 8 составляющих, и он по вкусу немножко напоминает своего рода компотик. После того, как вы напьетесь бабао, вы можете захотеть попробовать что-то другое. Все-таки громко эти дети орут. Жалко, что тут нет такого вот выход окон на улицу, а там бегают дети, а выход окон на улицу, а там никого. Ну, там никого можно, допустим, ночью, но ночью тоже иногда бывает шум. Так что уж простим этих детей за их громкий ор. Также вот, в принципе, как я и говорила, по поводу кисленького подойдет каркаде. Или, допустим, вариация заварить шиповник, настоять его в термосе, это вот к травкам. И, в принципе, можно пить шиповник. Потом перейти на каркаде. А потом перейти на какой-нибудь сбор, бывают такие типа тесовские и так далее, продают как бы чай, как бы и чай, и как бы не чай. Там немножко черного чая добавлено, и куча такой всякой яблочко, барбарисик, шиповничек, немножко каркаде так намешано, уже вроде как чуть-чуть добавлено чай, вы можете так медленно, плавно переходить на этот чай. А потом уже, возможно, вам захочется попробовать чего-то еще, вы уже будете как бы приспособились пить что-то не классическое, не воду, там что-то такое, типа чай. Это как вариант для черного, допустим, чая. В принципе, бывают и зеленый чай, подобный требухой в составе. Но я все же ратую всеми лапами, ногами и руками. Тут, возможно, кусок шпаргалки был видно. Если вы умеете читать и мои разные каракули, то, возможно, вы даже поймете, что тут написано, если нажмете на паузу. Ну, все-таки я выбираю именно вот этот связанный чай. И, кстати, вот сегодня, когда
была в магазине, несколько разных наборов было, вот очень тщательно выбирала, что же взять. Акцент падал именно вот на связанный чай, ну и в предыдущем обзоре был этот набор, как бы в покупках обзорных. И акцент все-таки у меня упал именно вот на такой вариацию набора Конфуций Инь. Он же три хризантемы, четыре сорта в наборе. В принципе, могу помахать перед носом у вас вкусный чай. Этот чай вы будете пить, когда уже проникнетесь сутью и прелестью связанного чая. Сначала вы обязаны просто попробовать зеленый чай с хризантемой. Можно зеленый чай, в общем, любой зеленый связанный чай зеленый, цветочный, кроме жасминового. На жасминовый лучше переходить, когда уже вы пропили этот чай, прониклись им и поняли, что это вкусно. И в принципе и полезно, и в принципе можно пить. После этого вы можете переходить на какой-нибудь гуанинь, если вам понравится цветочный запах, аромат, вкус этого чая. Вообще, если вам не хочется геморриться с этим вот, и у вас нет, допустим, стеклянного чайника, а чая пить хоть все-таки очень хочется познакомиться с чаем, и прям вот, ну, хотите вы этот чай, а чайника нема, то можете просто фильтрованную воду, как бы залить в чайничек, поставить на плиту газовую, электрическую, смотря какая у вас плита, и довести, в принципе, его до не кипятка, не такого конкретного буль-буль-буль-буль-буль, что сейчас льешь и аж паришься нафиг напрочь, а где-то, ну, допустим, ладно, чтобы всякие мерзкие животные, там вдруг попавшие, убились, вы довели до кипения. Подождите, когда оно остынет, дойдет до 90-95 градусов, так как у нас, возможно, нету этого градусника, который вытерпит эти градусы и покажет, да, вот эта температура. Нету у нас, допустим, с вами подносика китайского чайного, и нету там именно нужной формы фигурки, на которую мы польем водычку, и она нам отдастся паром, струйкой или еще чем-то. Как бы... Руками мы это можем не трогать, да, можем, в принципе, в этом плане даже не доводить до 100 градусов, до кипятка. Когда появятся первые пузырики на воде в чайнике, можете снять крышку чисто, если вот вы не знаете, как по звуку определить, что чайник почти практически готов. Набираете, значит, открываете крышечку, смотрите, первые пузырики появились, снимаете этот чайник, значит, с огня, выключаете огонь, берете чашку, предварительно туда закинув, можете взять стеклянную чашку, можете взять стеклянный чайник. Ну уж обычный стеклянный стакан в любом доме практически всегда есть. Берете обычный стеклянный стакан, если у вас, допустим, нету там стеклянной чашки, стеклянного чайника или типа того, и заливаете кипяточком этим, только что начавшим закипать вот этими первыми пузыриками, первыми маленькими пузыриками, похожими на жемчужинки. И как бы закрываете его, можете закрыть его крышечкой какой-нибудь, дать ему настояться. Можете накрыть его, ничем не накрывать, можете просто так его оставить, и он у вас прозрачный. В чем суть прозрачного, вы наблюдаете, вы приобщаетесь как бы к этому чаю, вы медитируете как бы на этот чай, вы смотрите, вы расслабляетесь, особенно это хорошо тем, у кого там какая-нибудь геморная работа, геморная жизнь, достают соседи, люди, и вообще вы как бы хики. Или вон дети под окнами орут. Конечно, дети под окнами орут, они не дадут вам сосредоточиться, если вы не умеете атрофировать все вокруг себя. Ну и как бы этот чай, он выдерживает дофига заварок. Ну не то чтобы дофига, но штуки 3-4 точно выдержит. И ждете минуты 3-5. Он, в принципе, у нас тут более медленный вариант, он более медитативный. Можете включить какую-нибудь музыку попутно, которая вам подходит тихую. Там, можете где-нибудь там журчание воды, можете поставить фоном какой-нибудь АСМР, если вы из этих самых АСМРных людей. Можете попутно зажечь какую-нибудь аромапалку. В моем случае, к сожалению, здесь стоят только вот эти аромапалки. Те, которые я сначала хотела зажечь, они у меня в другой комнате. За ними надо как бы идти. Но у меня есть тут волшебная палочка. Не то чтобы волшебная, не то чтобы палочка.
Они все еще пахнут. Можно сразу взять парочку палочек. А можно пока ограничиться одной. В общем, чтобы нам как-то скрасить ожидания раскрытия цветочка на этой свечке, которая все же походу у нас разгорелась. Вы не смотрите, что у меня тремор. Не обязательно его повторять. Теперь это надо как бы потушить. И будет нам счастье. Сейчас попробуем. У меня в одной дырочке. Вообще родная досочка от этой коробочки у меня в другой комнате. Но если вы типа Лёли, любите все такое по максимуму, или же просто у вас как бы две такие дощечки, можете и в разные дощечки, можете и как я. Вы-то этот аромат не почуете. Все-таки не догорела она. Не загорелась она. Надо заново щелкнуть, чикнуть спичкой. Не хочет она загораться так, чтобы дать нам аромата. Ой, приняла. Вообще изначально я хотела полностью подготовиться, уже потом включить камеру и сказать, вот такой чай распустился, хавайте его. Но с другой стороны, человек никогда не видел, как заваривают чай, да? Никогда его не пил, никогда не знал. И поэтому, наверное, все-таки лучше вот такой вариант. Может, он будет затянутый, конечно. Может быть, кто-то под него уснет даже. Но все-таки она, о, я думала, что она не подлела, она все-таки как-то подлела немножко. Чуть-чуть загорелась. Короче, вот тут у нас баррикада спичек. Вот такая. Дети орут фоном. Мы настраиваемся на такой медитативный лад и ждем у моря погоды. Вообще, я даже думала поставить камеру, и как бы она тут молча раскрывается без меня, смонтировать, уже вставить пару голосов меня и отправить люди, а самой фоном переводить, допустим, того же вампира, которого я как раз сейчас примерно так и переводила. Но, с другой стороны, если бы тут было тихо, и дети не орали за окном, то да, это был бы как вариант. Даже можно было бы поставить какую-нибудь тихую мьюзичку. Но так как совершенно спонтанно вдохновение меня посетило, как обычно, то тихую мьюзичку имени меня я как бы заранее не искала. Надо посмотреть это под настроение. Поэтому я пока вот сделаю вот так. Подложу салфеточку, дабы не испачкать скатерть. Ибо, может быть, эта волшебная палочка у нас будет капать, падать не только на деревяшечку. Как бы так уютненько, да? И можно, я думаю, пока убрать этот чайничек с водой, потому что, в принципе, у нас, кстати, этот чайник на 0,7 миллилитров. 0,7 литра, точнее. На 700 миллилитров, короче говоря. И вот у нас уже, оказывается, тут целых 18 минут. Короче, всем я предлагаю начинать знакомство с чаем, именно со связанного чая. Просто потому, что это как бы своего рода культура. Да, и в принципе, вот здесь, если вам, допустим, вдруг внезапно есть стеклянный чайник, такой постамент, и вы вот так осознанно сготовились, заготовились, приготовились к знакомству с чаем, то можете не гомолиться с ожиданием пузырьков на чайнике, на плите. Можете сделать, как я. Запастись терпением. Даже если у вас еще нет такого конкретного настроения, именно вот настроя, что вот буду сидеть и смотреть, ну, как бы, можете что-то читать там книжечку фоном, можете что-то смотреть, можете еще что-то, можете тупо наблюдать.
наблюдать и медитировать. Можете даже сесть в позу лотоса, если вам позволяет ваша тушка и ее пластичность, и ждать, когда же у нас произойдет это чудо. А это чудо может произойти не скоро, потому что как бы в чайнике дофига воды, чайник у нас большеват, и это все происходит сверх дофига медленно. В принципе, я пока схожу за пиалочками. А это пока вот у нас... Даже, может, сейчас развернем его. Медленно окрашиваться вода, медленно распускаться цветочек. Медленно, скажем так, не только окрашиваться, но и впитывать в себя всякие полезные свойства. Эта вода будет медленно превращаться в чай. В тот самый чай, с которым вы так жаждете познакомиться. Можете, конечно, этот чай пить без никто, а можете запастись чем-нибудь вкусным. Вот у нас тут клюква от вкус вил в сахарной пудре. Кстати, хочу сказать, она внезапно сделана в Карелии. И, в принципе, ее тут несколько меньше, чем сама коробочка. Прям такой АСМР. У меня тут почти полная пачка. Уже без коробочки, но я помню точно, что это Белевский зефир, яблочный Антоновка. Вообще к этому чаю подойдут какие-нибудь легкие закуски, легкие вкусняшки. Это, допустим, для тех, кто любит чай с чем-то. Или для тех, кто не может еду не запивать. Или просто как бы хочет скрасить свое знакомство с чаем с чем-то сладеньким. Можете, конечно, как мы с пеньком Машей в Коломне, сначала похавать сладостей перед дегустацией чая, как нам это было предложено на экскурсии в Коломне, по, как бы сказать, музейной фабрике пастилы. Можете, если вы особо сладкоежка, в прикуску запивая, как бы вот этим чаем, когда он созреет, лопать вкусняшки. Тут у меня немножко осталось вишневой пастилы, тоже от вкус вил. Ну, бумажку я уже утилизировала. Тут у меня есть даже 3 конфетки шоколадных. Принесла подружка, скажем так, как-то к чаю. И даже шоколадка за одну небольшую услугу. В общем, сладостей дофига. И даже сироп из фиников от вкус вилла, кстати, очень вкусный. Сам по себе даже вот салфеточка у меня упала. И, в принципе, даже есть, ну, правда, я буду, наверное, его использовать как какой-нибудь состав косметических вещей, потому что домашней какой-нибудь косметики как-то он мне не пошел. Это у нас паста из мякоти кокоса из вкус вилла. В принципе, всяких разных сладостей тут хоть заешься. Вот, кстати, из набора прессованный пуэр. Правда, без печати. Раньше тут еще стоял год. Тут, не знаю, может, как-то забыли печать эту поставить. Обычно стоял 2003 год. Очень был такой, насколько я помню, урожайный на пуэр. И плиточка такая. Сокровища императора, юнаньский черный чай. Ну и россыпь зеленого. Вообще, если вы вдруг потом пойдете по зеленым, то можете попробовать желтый чай. Потом можете перейти к самому зеленому чаю. И можете ознакомиться после этого с белым чаем. Это как бы все разновидности зеленого. Можете потом перейти к гуанинью, к улунам.
Начать с бирюзовых, закончить каким-нибудь драконом. И уже после этого дракона, ну, допустим, перейти к дахунпао. После дахунпао можете перейти к черному чаю, какому-нибудь, то, что в России называется черным чаем, да, какому-нибудь там, тому же юнаньскому черному чаю. Бывает у Гринфилда такой неплохой, с дымком как бы чай, с сухофруктами, да. Можете потом перейти на какой-нибудь цейлонский, а может и пить уже, как все обычные люди, какой-нибудь там цейлонский черный чай, китайский черный чай. Можете закончить ассамом или дарджилингом, а можете перейти после дахунпао, допустим, сразу к пуэру. И лучше брать пуэр какой-нибудь 5-7-летний, потому что у него более мягкий вкус. Даже если вам повезет, можете взять какой-нибудь 15-20-летний. И лучше брать какой-нибудь просто... Можете взять какие-нибудь там чайные головы. В этом случае вот он более вариант такой вкусный. И если вы проникнетесь им, то можете попробовать, допустим, 3-летний или сырой, как вот сейчас вот бывает, такой суют везде 1-2-3 года, как раз вот пуэр. И можете уже знакомство пуэра закончить с императорским. Он такой специфический, но в принципе вкусный. Можете даже сварить его на молоке, если вы при этом хотите как-то похудеть. Да, кстати, уходя от чаев, потому что как бы есть не только китайские чаи, раз уж у нас даже травяные сборы называют чаями, то можете, допустим, взять, как бы все равно это будет монтироваться, позвонил человек, и я надеюсь, я успею до ее прихода. В крайнем случае, я уже потом запишу продолжение видео, как оно раскрылся, этот цветочек, но это будет все одним роликом на самом деле. В общем, я закончила на том, что даже травяные сборы у нас называют чаем. Допустим, как российский, русский, россиянский ван-чай, да, он же кипрей. Но как бы разговор у нас не о травах, а именно о чае, то, допустим, есть такой вариант замечательного чая, как мате, латиноамериканский кустик. Кстати, в Китае есть еще один такой как бы чай, не чайный чай, да, худин. Но он очень горький, и это уже все-таки на случай, когда уже конкретно так полюбите чай и решите, что чаем можно даже полечиться, допустим. Ну, есть много всяких легенд о пуэре, но также есть много легенд и о кудине. Кудин, есть у меня отдельный обзор на кудин, ссылка будет тоже в видео, либо в инфобоксе, либо и там, и там. И вообще есть плейлист, посвященный чаям, у меня на канале, ну и если интересно, то можете ознакомиться, конечно же. Короче говоря, кудин чем-то напоминает, допустим, луидзин, колодец дракона, это зеленый чай, тоже, кстати, хороший такой вариант, можно с ним ознакомиться после того, как полюбите зеленые чаи в разных его вариациях. Он как бы такими столбиками бывает и может так вот завариваться, распускаться цветочек. Конечно, подробности это все же опять отсылка к тому видео, но он горький. А если свежий, то более такой травянистый, но как вариант полечиться, если вы вдруг простыли, тоже такой вариант. Ну или, допустим, вам вдруг понравится зеленый чай, а он в основе такой хороший, если качественный зеленый чай, он слегка горчит, то вот кудин после зеленого чая, который, если вдруг вы им проникнетесь, очень хорошо пойдет. Потом у нас тут, как я говорила, есть мате, да? Это латиноамериканский чай, если вы вдруг смотрели когда-нибудь сериалы с Натальей Эррера, то, допустим, в сериале «Сос ми вида» она довольно, ее героиня очень часто пьет этот мате из колебасы через бомбилию. Тоже есть отдельный ролик, посвященный мате. У меня на канале как бы, да? Я думаю, что не только у меня на канале, но раз уж вы как бы меня смотрите, то можете ознакомиться и с мате. Роликом, посвященным мате. Он, в принципе, сам по себе неплохой, если его правильно заваривать, потому что иначе он может горчить. Его можно заваривать и в чайнике, обычно мы можем заварить в колебасе. И он, в принципе, продается как и чистый, так и с различными добавками. И если вам хочется какого-нибудь клубничного вкуса или лимончика, то вы можете купить на развес или в пачках где-нибудь в каком-нибудь чайном магазине или просто в супермаркете, если вдруг, или на каком-нибудь сайте заказать российском и не очень. Если вы, допустим, не в России живете, вдруг так случится, что такие вдруг меня смотрят, знают, что смотрят разные люди, не только из России, то можете заказать такую вариацию мате.
И как бы единственный момент, его после 5 вечера ученик 5 иначе будет бессонница, но с него не хочется кушать, это так же, как отсылка к как бы к пуэру, сваренному на молоке. Он как бы освежает. После, в принципе, можно к мате переходить даже после, как вам понравится связанный чай. Можно не ждать всех этих цепочек зеленого чая или черного чая или что-то в этом роде. Как вариант, еще существует ройбуш и ханибуш. Это африканские вариации чая. Как бы можно даже сказать, национальные. Тоже им есть посвященные отдельные ролики, насколько мне известно, у меня на канале в плейлисте. И как бы это, как говорит одна моя знакомая, точнее подруга моей мамы, таблица Менделеева в одной чашке. Это про ройбуш. В принципе, то же самое, что и про ханибуш. Это своего рода такой красный чай, если его крепко, правильно заварить, не обязательно крепко, но правильно. Он похож на обычный чай черный, который в России принято называть черным чаем. В принципе, в Китае это называется красным чаем, а пуэр называется в Китае черным чаем. Но это уже дебри информационные. Если вам информационные дебри интересны, то вы можете, в принципе, просто погуглить в интернете, в Яндекс, в Гугле, еще куда-нибудь и почитать это. Это уже совсем так, если уж захотите и заинтересуетесь. Ну и, в принципе, ройбуш можно пить, несмотря на его цвет, схожий с черным чаем, даже перед сном. Он вас усыпит не совсем, но спать вы будете хорошо. Конечно, это все зависит от особенностей организма, и все полностью индивидуально практически, но в принципе, как показывает практика, с него он действительно способствует сну. Умиротворению, успокоению, и он такой немножко специфический, он похож, как, допустим, если бы вы пили чай зеленый или черный с медом. Не в прикушку с медом, а именно в чашку, чайную ложку меда на чашку чая. Какой-то вот такой немножко медовый аромат. Нельзя есть там ханибуш, ройбуш, да, вот ханибуш как бы медовое дерево переводится. Ну и что еще, к чему бы вас так сподобить? Такой экскурс в чай. Я слегка не то чтобы волнуюсь, боюсь забыть чего-нибудь. Вполне возможно, что я какой-нибудь чай и забуду. И, конечно, они все по-разному завариваются, как сказала одна подписчица у меня в чатике, с которой мы, в принципе, общались еще и на стихах Ро. В общем, как сказала одна мадемуазель, или мадам, в общем, девушка, да, человек. Как бы объяснить правильно, что не все завариваются кипятком, только что скипевшим, как вот, допустим, этот чай. В принципе, можно кипятком заваривать все подряд, но единственный момент, что может у какого-то чая быть вкус немножко иной, чем его, допустим, рекламят и пишут там на коробочке с чаем, да? Если крепко что-то заварить и не совсем той температуры водой, то он может, допустим, даже горчить. Дымит на меня эта палка ароматическая в количестве 2 штук. Да, в кадре меня практически нет, но я надеюсь, что меня при этом все-таки нормально слышно. И то, что я задумала, все-таки выглядит именно так, как я хотела. Хотя изначально я думала, что сесть напротив камеры и, глядя в камеру, как бы глядя из камеры, глядя с монитора в ваши глаза, вашу душу проникая внутрь вас, вас как бы настраивать на то, чтобы вы принимали мою информацию и все воспринимали на веру, и действовали так, как я как бы говорю, да? Гипнотизировать, короче, вас. Кстати, я сейчас могу немножко его приподнести. Вот он у нас уже тут немножко начинает распускаться. Но я думаю, это видно, в принципе, и так. Он немножко начинает распускаться у нас, вода не то чтобы окрасилась, но что-то уже есть. Как бы как вариант, я могу оставить камеру включенной, но человек, придущий в гости, будет как бы не один, и дверь на кухню у меня отсутствует. Камера включенная, оно будет писаться, а вместо звука я потом могу поставить какую-нибудь тихую музыку имени меня. Ибо другую музыку, кроме определенного плейлиста, где не я выбираю музыку, я как бы предпочитаю ставить свою. Чисто из определенного
своих собственных мыслей. Да, кстати, я же хотела сходить за чашечками. Схожу я потом за чашечками. Конечно, можно сильно выпендриваться и пить по-китайски, а можно обойтись какой-нибудь обычной чашечкой. В принципе, можно и пиалочкой. Стеклянных пиалочек у меня, к сожалению, нету. У меня есть наборчик такой с керамическими и синскими пиалочками. Есть просто как бы глиняный, не глиняный. Хотя нет, у меня же есть стеклянные стопки в виде черепов. Практически пиалочки. В общем, есть фарфоровые пиалочки. Так, на 3 глоточка обычного русского человека. Или на несколько маленьких глоточков китайского человека, скажем так. У нас тут палочки догорели. В принципе, можем их заменить. Как вариант, я просто включу уже потом камеру, когда вот это все распустится. И просто покажу, как оно стало. Потому что, в принципе, вы можете понять, я думаю, если начали смотреть этот ролик, начнете смотреть этот ролик, что постепенно оно не хочет дождаться, постепенно оно само по себе распускается. Медленно и верно. Ну, конечно, оно более быстро распустится, если бы, допустим, мы его залили 95-градусной водой. Теплоты, в смысле, почти скипевшим кипятком. Ну, я по мере возможности все же постараюсь, где я говорю, как бы детей я вряд ли смогу вырезать, а вот где я не говорю, а дети орут, я постараюсь это как-нибудь вырезать, по крайней мере, звук убрать именно их воплей и поставить что-нибудь такое подходящее по настроению. Говорят, что музыка настраивает людей. Можно музыкой испортить какое-нибудь визуальное произведение, какой-нибудь фильм, допустим, настроить. Если ролик какой-нибудь такой положительный, опустить какой-нибудь ре минор или просто вообще что-то такое дико минорное, да, тяжелое такое по восприятию музыкальное, то можно, соответственно, и настроить человека на восприятие визуальности как именно как негативной какой-нибудь, грустной, тяжелой, да, или наоборот что-то такое, я думаю, вообще, если вы думаете иначе, можете поделиться со мной в комментах, я буду рада знакомиться с вашими мыслями. Если, допустим, веселую музыку поставить, а картинки идут какие-нибудь не особо веселые, скажем так. Даже может что-то поближе поставить. Вообще-то совершенно не обязательно ставить вот сюда подносик. Я просто подумала, что так будет более как-то цивильно, эстетично, красиво. Это чисто моя фишка. Поставить вот этот постамент на подносик. Вы можете поставить без подносиков. Есть у меня даже очень маленькие пиалочки из наборчика одного. Ой. Да, не надо быть как я, не повторяйте это в жизни. Я забыла, что тут палочка, конечно, я не обожглась, но было немножко горячо. На троих, скажем так, ибо у меня только 3 пиалочки.
Кстати, хороший вариант, если когда вы уже полюбите чай, к вам придут внезапно гости, которых вы не очень ждали, как бы совсем не ждали, не очень. Ну, бывают такие люди, которые просто вам неприятны, а вы не умеете сказать нет, либо вежливость не позволяет в каком-то плане, в какой-то степени. Вы можете запастись подобным наборчиком или хотя бы такими пиалочками и устроить гостям красивое чаепитие из таких вот пиалочек. Если эти люди вас как бы воспринимают чисто как ради выгоды чего-то для себя, то их хватит совершенно ненадолго, проверено Лёлей, именно на этих, с этими пиалочками, именно на двух человеках. Вредный совет, скажем так, от Лёли, да? Смотрите, ты его чуть-чуть шевелишь, этот чайник, и цветочек такой, как живой. Ну, вообще, это чай связанный, но я его позвала цветочек. Ну, он выглядит как цветочек. Кстати, бывает еще связанный чай чисто без цветочка, это или черный, или зеленый, или среднее что-то такое, тот же самый белый чай бывает. Это уже на тот случай, если вы проникнетесь конкретно так чаем, или же не боитесь пробовать что-то необычное для себя и уверовали, скажем, как бы убедили себя, что он вам понравится, то можете взять просто какую-нибудь там, бывает, кстати, не обязательно круглой формы, бывает и овальной, бывает такой треугольной формы, взять какой-нибудь связанный просто чай черный, зеленый, белый. Но это уже совсем из экстремальных вариаций для тех, кто никогда не пил чай и вдруг вот решил начать. Не слушая советов Лёли, а начать просто, даже не то чтобы не слушая, может, не все же имеют возможность смотреть мой канал, и не все знают, что существует такой замечательный канал, такой замечательный эльфи, как Лёля. Да, от скромности я не помру, хотя она у меня иногда через край лезет, но вот как-то так. Thank you.
Вот, пока я ходила тут слегка, как бы фоном прибираясь, он еще более набух, еще более распустился. Вообще, что хочу сказать, обычно вот на подобных чайных наборах, ну и на самих просто на каких-либо других чайных наборах, чаях, коробочках с чаем, обычно пишут, как его заваривать. Это на случай, если вдруг посмотрел видос и забыл, что с этим делать. Конечно, в чайных магазинах на разлив для чая не всегда знают, как правильно его заваривать, и не всегда даже знают, как правильно его подавать, потому что однажды я была в одном магазине, обзор по которому я потом делала даже на канале, может где-то год или два назад, и покупала связанный чай. Они брали этот связанный чай ножницами. Не щипчиками, ладно, у вас нет щипчиками, не руками, не ложечкой. Ложечкой можно подцепить, в принципе, при желании, да? А именно ножницами, вот вы можете себе представить, вот как-то так. Ножницами, которыми можно порушить как бы случайно даже, можно сказать, не специально, а именно случайно можно порушить, поранить вот этот маленький цветочек, маленький связанный шарик. Это я к тому, что если, допустим, на коробочках, как вот на этой, у нас есть инструкция по применению, даже не только как на этой. Есть инструкция по применению, как его заваривать, что это такое, да, и даже небольшая предыстория к этому чаю, чаще всего так встречается на коробочках с чаем, то в чайном магазине, где на развес продают, не факт, что именно знают, что это, и не факт, что именно даже могут вам какую-то более-менее полезную информацию сказать. Хоть и считается, что чай на развес оптимальный вариант покупать, но мы не знаем, сколько этот чай на развес лежал в этом магазине чайном, правильно ли он там хранился, и все же я бы предпочла покупать, вот посоветовала бы. В принципе, вот мне нравится фирма Конфуций, годами, можно сказать, проверенная.
Я бы посоветовала покупать именно в упаковочках. Ну, конечно, с учетом там срока годности и так далее, стоящим датой сборки, датой релиза, да, вот на коробочке. И, в принципе, даже оптимальный вариант считается, что, допустим, лучше, вот моя подруга считает, что если она такой нечаянно покупает, если он, допустим, цейлонский, что он запаковали на цейлоне и потом сюда поставили, да, уже собрали, запаковали. Но есть такой вариант, что иногда можно купить упакованное и выращенное там где-нибудь, да, на цейлоне или в том же каком-нибудь месте Китая, но качество будет у него отвратное. Так что не факт, так же, как, допустим, расфасовали в Подмосковье, и может быть какая-нибудь требуха неимоверная, а может быть что-то даже очень хорошее. Не хуже, чем если бы это сделали вместе его выращивания. Учитывая, что в России тоже, в принципе, есть свой вполне себе неплохой чай. И черный, и зеленый, и самовыращивающийся как раз при этом. Но это уже такие глубокие дебри, которые, в принципе, как бы не то чтобы не нужно знать, в принципе, знать довольно, даже можно сказать, нужно, но именно не для тех, кто вот решил только что познакомиться с чаем. Внезапно.
У нас, оказывается, автоматом отключилась запись. Ну, я думаю, тут особо ничего такого важного вы не пропустили, помимо того, что вот он тут распускался. Если вы захотите полностью так вот узреть это все сами, то, конечно, сами, если не на свечке, если уж совсем захотите, то заморочитесь покупкой чайника такого и подставкой такой, да, вот всем таким нужным. И благодаря свечке, воде и шарику связанного чая заморочитесь и увидите, как это вот выглядит медленно и печально, но распускается постепенно. Ну а если же вас как бы не очень сильно напрягает отсутствие вдруг у вас чего-то подобного и вполне можете обойтись быстрым вариантом, залил водичкой тепленькой, горяченькой и дал настояться, то в принципе вас как бы не должно огорчить то, что камера у меня тут внезапно отрубилась самолично после того, как закончилось время записи. Думаю, можно это вот уже убрать осторожненько. Ибо я думаю, что трех палочек ароматических вполне себе хватило. Ну, лично мне хватило. Если, допустим, вы любите более насыщенный запах вонючек таких, то можете жечь больше трех штук. Кстати, уже есть такой легкий аромат. Ну, в принципе, я думала, может, он изначально был, как только начал цветочек распускаться, но цвет действительно уже такой поменялся. Я сейчас попробую как-то более опустить штатив. Вот, в принципе, вы видите, что он слегка поменялся. И жалко, что вам не передается аромат, но аромат уже вот такой цветочный довольно. Цветочно-сладковатый. Ну и чтобы уж не сажать батарею, потому что, судя по всему, она у меня слегка уже подразрядилась, я, наверное, пока нажму на паузу. А уже потом, когда он распустится полностью, я засниму и как бы вот. В общем, прошло тут какое-то время, люди от меня ушли, и вот тут у нас наш чай. В принципе, прошло, по-моему, где-то час с хвостиком. И вот за час с хвостиком у нас тут цветочек уже, может, опять распустился. Но свечка еще не потухла. Ну и там, кстати, уже пузырьки такие пошли. Пенка такая небольшая. И сейчас мы нальем с вами чайку. Не буду, тут у меня кот. Вообще, на отдельно как-нибудь заснять видос, как он у меня сейчас крадется по столу и вынюхивает, что бы скоммунизить. При этом, как бы, он
принципе, сытый. Такой кот-кабачок. Но у нас видос чаю посвящен. И как-то кот удивительно так прокрался, что в кадре не засветился. Но вот сейчас, может быть, слышно было, как он прыгнул. Мимо слегка налила чай с горкой. Кстати, свечку не обязательно тушить, потому что он, в принципе, постепенно будет подогреваться так. Не давать температуре остыть, довариваться. Я эту пиалочку даже не буду сдвигать, а просто опущу котик немножко в штатив. Потому что она реально сверху. Я ее уже буду брать, когда нажму на паузу. Тут тоже, кстати, сверху налилось немножко. Чуть-чуть гасить. Мягкий такой цветочный вкус. Чайно-цветочный. Но в нашем случае тут этого одного залива вот этой вот заварки хватит на очень много вот этих вот маленьких чашечек. Ну или просто на чашечек хватит много. Ну и можно будет просто потом залить еще раз этот чайник. И если хотите, тоже на свечке продолжить. Как бы. И да, вот если в таком чайнике делать, то, как я думаю, вы уже поняли, наливаете вот просто в чашку там или как я в пиалочку. И уже не надо не разбавлять ни холодным, ни горячим. У него, благодаря свечке, именно такой вот, не ошпаритесь, скажем так, температура воды, жидкости, если на то пошло. Даже можно сказать, одну заварку пьете. Еще раз сейчас поближе поставлю. Поднесу даже. Вот такой он наш связанный чай. Как я считаю, оптимальный вариант для тех, кто еще никогда не пил чай и вдруг решил с ним познакомиться. В общем, всем хорошего чая, всем спасибо и всем пока!